В столице Заполярья после снегопадов наступила оттепель. Во дворах снежная каша, по обочинам дорог огромные кучи снега. Справляются ли со всем этим коммунальщики? Депутаты проверили их работу. Перепады температуры, обильные осадки и оттепель. Для жилищников наступает горячая пора. Снег нужно вывозить с придомовых территорий как можно скорее. Ведь малейшее промедление может обернуться настоящими потопами во дворах. Работу управляющих компаний проверяют специальные комиссии. Плановый рейд в этот раз провели на улице Маклакова. Данный двор – это классический пример того, что на общем земельном участке находятся как и ТСЖ, так и дома, которые находятся в управлении. Между собой управляющие организации пытаются договориться, и, в принципе, это у них получается. Но, к сожалению, со стороны ТСЖ мы видим определенное недопонимание. Вот как можно посмотреть, что часть территории ТСЖ не убрана. Управляющая компания здесь работает по графику. Автолюбители заранее уведомили о том, что днем будет проводиться механическая уборка снега. Только вот припаркованные машины жители многоэтажки отгонять не стали. Просьба к автовладельцам, которые здесь паркуют свои автомобили, что при объявлении, когда планируется чистить территорию, чтобы они все-таки шли навстречу и свой автотранспорт хотя бы на время убирали куда-то. Потому что, конечно, он мешает. Он создает дополнительные препятствия и сложности. И потом эти же автолюбители будут жаловаться на том, что негде припарковаться. Такие проверки проводятся еженедельно. По их результатам выносится предписание. Те управляющие компании, которые не хотят выполнять свою работу, наказывают рублем. Так, с начала года только в Октябрьском районе было оформлено штрафов на сумму более 1 миллиона рублей.